Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы продолжаем играть в Wolfenstein Youngblood. В прошлый раз получилась какая-то лажа с аккаунтами беседки. Вот. Сейчас вроде нормально. Видите, тут товарищ X и тут товарищ Dread. Вот. Да, всем привет. Да, во французских катакомбах под немецкой оккупацией. Ну и все дела там. И на данный момент нам осталось что? Правильно, найти какое-то... Найти кучу кусков карты, которые... Ну, то есть, на существующих мапах по карте найти артефакты. 20 штук. Ну, уже 19, но в целом 20, короче. И так мы закончим игру. Короче, сплошной бэктрекинг, да. Но надеюсь, что мы за сегодня управимся. Мы, правда, говорили это 2 выпуска назад. Первый занимал 4 часа, второй 5 часов. Сейчас надеюсь, что все-таки поменьше. А то как-то... Я поэтому и назвал стрим свой «Wolfenstein. Крайняя серия». Возможно, не последняя. Ну да. Как-то так. Так, вроде все. Так, значит, Б — это у нас глаз бога. Я вроде все вспомнил. Так, теперь что нам нужно сделать? Так, по-моему, как раз таки та зона с этим... Ай, ой, ёп! Не то, я случайно. Ай-яй-яй. Давайте, давай разберемся здесь со всеми. Угу. Хорошо. А, это мы, кстати, в той зоне, да, сейчас, где мы артефакт этот активировали древний. Да-да-да. Мы тут нашли первую фишку. Первый артефакт. Теперь нужно найти еще какой-нибудь. Так, окей. Тут мне, знаешь, что интересно, как пройти вот по другую сторону. Пройти в библиотеку? Ага. Дай-ка глянуть. Нам, наверное, вот в эти двери надо зайти, если ты хочешь туда, где артефакт был. Ты туда хочешь попасть? Не-не-не, я хочу в другое место зайти. Тут просто... Непонятно. То есть там, видишь, такие боковые дверки есть. Которые вроде как ведут в эту сторону, но черт его знает. Но ведут ли они в эту сторону? Ну, типа здесь должны же быть какие-то. Или это просто там обманка? Дальше двери, только перемещение по зонам. И это мы там сверху появимся, да? Это, по-моему, обманка какая-то все-таки. Там ворота, там ворота. Ну да, наверное, все-таки это не настоящие двери. То есть, ну как бы. О, я наверх запрыгнул. Куда, где ты? О, красавчик. Как ты это сделал? А вот с той платформы двойным прыжком. Ага. И куда? И вот сюда просто за край зацепился. Окей. О, точно. Красавец. Мерзавец. Да, дорогие зрители, я тут немножко приболел, поэтому извините за мой сиплый голос. Если что. Считайте, что моя Джесс очень сильно много пила и курила. Ну, такая без родителей, знаешь, оторва. Блин, зря я этот ящик разбил. Можно было на него запрыгнуть, да? Какой? А, там?
Ладно, пошли, он Да, ё-моё. может еще разгенерируется. То есть, ну, сгенерируется опять. Так, ну не важно. Ну да. Не важно. Так. Ну что, нам нужно пойти и найти Ну, маленький не знаю Берлин. что. Пошли в маленький Берлин. Видимо, в прошлый раз все-таки действительно были проблемы с сервисами беседки, да? Да, скорее всего. Я уж испугался, что они просто отключили, знаешь. Конечно, я первый раз целиком проходил. И у бота есть определенное преимущество, но вместе все равно веселее. Понятное дело, да. Ахайски. Так. Так. Чё, нам нужно найти на карте определенное место и мне кажется, я приблизительно знаю, какое оно. Не факт, конечно. Так, держать. Ну, спасибо. Да вообще похуй. Ира меня просто вынесли разом. Давай, иди ко мне. Давай, иди сюда. Сюда. Ола. Охренеть, просто я даже пострелять не успел. Что у них работает за анализ, да? Ну. Это как наглый, да? Это, наверное, все вискарик, который я потягиваю. Знаешь, пока в Италии был, там вино, вино, все дела, там типа все такое. Там, и вроде как, ну, именно там я заразился, потому что реально люди кашляли, ну, то есть кашляли, чихали, все дела. Вот, то есть это не просто там, знаешь, ну, может, знаешь, эти кондиционеры включали, типа, 30 градусов, и в комнате 20, а в автобусах там вообще какая-то холодрыга. Ну, да. Ну, ну, это короче, как обычно, да. Туда-сюда включают вот это вот. И так, а вот может сюда, кстати. Тут нужно на мини-карте выглядывать вот эти вот места, которые потенциально могут быть из. Так, я по-моему нашел, кстати, уже это место, да. Надо. Кумцумир. И хаба ге что-то там. Очки. И хаба гештальт. Ага. Так, теперь нужно. Так, а я пока не особо пойму, что ты выглядываешь. Ну смотри, вот заходишь в задание, и там найти артефакт измерения. И это карта какая-то. И вот эту карту смотришь. И нужно. Я что-то никак не могу вспомнить ко. А, во, все, нашел. Кнопку о, не мог вспомнить, найти да, артефакт. Но это, все понял. Но это тебе нужно найти его, потому что у меня уже найден. То есть он где-то здесь. Вот. Так, я туда стреляю. Так, он вот здесь где-то, да. Видишь? Только еще раз, значит. Что-то светиться я должно быть. Здесь. Включи Б. Ну, глаз. Глаз Бога. Ага, вижу, вижу, вижу. Во, все, нашел. Супер. Ей. Все,
Все, подобрал. Артефакт прозорливости рядом с бункером в маленьком Берлине. Ты какая-то хрень, где же ее найти? Ты все артефакты собрал? Да, я ж прошел нахрен все. Знаешь, из разряда типа понял. Уже, ну, что там осталось-то? А у тебя, получается, артефакты все собраны, и ты тупо мне их собирать придется, да? Да, потому что я не вижу их. Ага. О, привет, пацаны, у меня же есть кое-что для вас. Пистолет с глушителем, видимо, не самый лучший. Но вообще он нам указывает в подземку идти. Вот сюда. Так, все, всех убили здесь. Щух. Ого! Это что за прикол? У меня, походу, рик модели испортился. Что с ней происходит? Что случилось? Короче, я не знаю, как это объяснить. Ай, блин. Но это надо было видеть. Ого, я в небо взлетел. Что? Смотри, у меня вообще рик. А ты видишь, у меня персонаж ходит? Он как будто такой, знаешь, в присядочку. Но ходит, ходит. А я просто двигаюсь, короче, у меня части тела не шевелятся вообще. Я просто езжу по поверхности. Ну тут и это самое, и это, блин, и собачка развалилась. Ладно, пошли, может быть, она поправится, твой рик, при... А я просто сел за турельку, и когда слез с нее, у нее руки выгнулись и стали в лицо, короче, залезать, и прям перекосило всю модель. Я поэтому ржать стал. Ну, если это прикольный баг, то поржать круто. Да. А я сегодня Вермитит играл, и там, знаешь, типа, вышел в меню, типа, чтобы поправить видео. А тут как раз скрипт сработал насчет того, чтобы мне показать там какую-то менюшку. И потом у меня курсор постоянно в игре показывался, пока не вышел. Да, это, конечно, бесит. Знаешь, такая мелочь, вроде все нормально, но все равно бесит. Да-да-да. Так, найти артефакт прозорливости. Посмотрим на карту. Угу. Ох, это, конечно, будет не в катакомбах. Короче, справа кран, посередине аппендикс, слева Т-образный перекресток. Да, что ли? Давай, наверное, сюда. Рядом какие-то большие залы должны быть. Да, походу куда-то сюда. Помнишь, там такой мальчик был? Типа, я застряла. Не умер с первого раза, а? Что-то такое жирное. Ну, мне тоже не умер с первого раза. Я подошел, ударил, а он это не умер. Собака жирная. Так, что ты делаешь? Молодец, пойди. Ты в ударе. Да, ты красавчик.
просто спаунится за спиной, отворачиваешься, они появляются. Это потому что мы слишком крутые стали. Они уже не знают, что с нами делать, применяют портальные технологии. До чего дошел прогресс? Это какой, третий рейх? До невиданных чудес. Окей, смотрим, что у нас тут есть вообще. Тебя. А, так, что мне надо делать? Наверное, отойти все-таки. А ты, знаешь, умер и лежу, типа, спасите меня. Такая damsel in distress. Так. Ай, вставай! Ты меня... Меня поджарили. Ой, блин. Спасибо. Да, зашибись, сестра. Так, блин, где эта вся хрень? Конечно, мне, конечно, весело. Истреблять нацистов. Тем не менее, хотелось бы. Так, мне кажется, где-то рядом. Похоже. А, е-мое! Че там? Побили? Надо вот туда прямо идти. Мне кажется, это где-то там будет сейчас. Так, ну явно вот эти вот окошечки, такие столбики, типа, это вот эти прерывистые линии. На каком-то втором этаже, что-то в этом роде. О, я, кстати, нашел, все. Ну, почти нашел. Ай-ай-ай, были карасики. Так, блин, куда я нырнул? Вот, сюда надо, наверное, сейчас. Джей. Вот этот вот туннель. И нам сюда надо. Посмотри по карте, правильно? Да, да-да-да-да-да-да-да-да-да, походу это оно. Да-да-да, это оно точно. Прямо под носом нацистов. Угу. И где-то здесь надо купаться. Походу. Или не надо купаться. Вот прямо здесь. Ты стоял прямо возле него. Он прямо у тебя сзади тебя. Окей. А, не так. Ну что, следующий артефакт. Артефакт простоты. Простаты. Давайте стрелять по банке. Да я помню, они вроде взрывались. Вот это что такое? А, это эти. Дельфанки. Дайте нам выйти отсюда. Да и что-то как-то. Так, нам что, обратно надо?
Ну чё, давайте сломаем игру. Так. О. Хе-хе. Тут можно найти. Вот на эти штуки. Подняться. Зачем, правда, я пока еще не понял, но... Я понял нормально, все, можно подняться. И уйти нахрен отсюда. Маленький Берлин. Интересно, какая сложность стоит. Это, по-моему, настройка где-то сдается. Да, я вот тут прочитал сейчас настройку. Подсказка, что можно в настройках поменять уровень сложности. Окей. Я и думаю, может поставить Uber. Ну, сложную сложность. Прямо сейчас. Ну, давай так, попробуем. У меня микрофон чудит. О, все. У меня уровень сложности опасно. А у меня нормально. То есть у меня максимально. Я, наверное, когда-то поставил, а потом забыл. Что такое с микрофоном, а? Так, а теперь, получается, будет веселее. Ага. Брудер один, брудер один, брудер один, брудер один. Ну, получается, брудер один, да. Там, считай, два артефакта будет сразу. Да, несколько, по-моему, даже. Ну чё, и для этого нам нужно... Куда он там нас зовёт? Наверное, пошли через метро. Доклики не умеручий. Ну да. Что-то вообще не умирает, а? Меня тоже убили. Да? Ну, ладно. Так. Так, кто истекает? Я истекаю. Собака, ты бешеная. Понятно. У нас произошел рассинхрон. Да? Да не, вроде нормально. Ты у меня за турельки стоишь. А, ладно, пошли в метро, тогда может рассинхрон исчезнет. Да. Так, а ты где? Я иду в сторону метро. Понял. Угу. Так, а метро? Метро, вот он. С метро. Подожди, куда нас ведет? Нас вообще в другое место ведет. Мы типа как бы рядом с брудером этим уже есть. А ты меня по карте видишь? Я тебя по карте вижу, да, синенькая точка. Ну, кружочек. Это понял. Да, я иду с тобой. Ага, вот ты потопал. Кошка, да, залетел? Ага.
чёрт у меня сейчас что-то пошла какая-то херня. Потому что дверь открыть надо. Ага. А что у тебя получается? О-о-о! Ты резко телепортировался по карте, а я открыл дверь один. Вот-вот. Я, видимо, вернулся на твою точку, ну, на точку по твоим координатам. Но анимация из того, что делал я. Так, что-то у нас такое. Опять? Так, теперь я тебя вижу. Так, что там нужно найти? Какая-то такая забавная хрень. Так, эту дверь мы как-то не открыли. Даже интересно. Кстати, очень далеко. А нет, тут близко. Ай. Спасибо. Никто не смеет бить мою сестру. Блин, я пытаюсь вспомнить, а как патроны-то ловить? В смысле? А, правой кнопкой, все. Спасибо. Что там у нас? А, тут же можно еще по этому самому смотреть. По компасу. А, действительно, 90, 180, 270. То есть, получается, это вот так. Угу. Вот это место вот напоминает это место, но не поним. А ты отключился, да? Куда я отключился? А, нет, не отключился, не показался. Вот где я стою, это точно это место. Вот я нашел. Где артефакт? Он лежит посередине. А я нашел его, вот артефакт, все. О, красавчик. Убираем? Да, что еще с ним делать-то?
какой-то складик нашел тайный. Теперь нам надо найти какое-то место в виде жопы. Надо смотреть на 270. Вот так вот. Жопа, да. Над главным залом Брудер 1, да? Ага. Значит, валить отсюда надо потихонечку. А, точно, я вижу, где ты нашел его. Подожди, где-то наверху, что ли? Выход. А где выход? Что это за шутки такие? А, там наверх. А вот выход. Угу, вижу. Помоги-ка мне, Джесс! Опять маленький Берлин. Блин, я разочарован, а? Я купил сегодня вафельные трубочки со сгущенкой, и они оказались не такие вкусные, как выглядели. Какими выглядели? Пришло время готовить их самому. Ну, а я еще думаю, о, целый килограмм в упаковке, класс. Чайсе! Это все Гитлер. Извини. Алярм! Алярм! Ребята, мы не хотим с вами ссориться. Давайте все сделаем по-быстрому. Я готов с вами помириться с тяжелым оружием в руках. Ага. Кстати, жизнь на здоровье забрать вообще. Где она? А тут рядом. Так, девчата. Я наблюдаю слабый сигнал от машины Энигма совсем недалеко от вас. Доберитесь туда, пока нацисты не разнесли аппарат. Нет, спасибо. Иди уже туда. И вот в следующий раз. Соп, вот это было круто! Я тестил машину в Mass Destruction. Кто тут? Сильно гранатами кидается, а? Спасибо, Соп! Так держать, Софи! Молодец, сестра! Нет, я заберусь на этот фонарь. Это все. Че, пойдем? Да. Что такое? Рассинхрон? Да нет, я хотел наверх запрыгнуть, но мне что-то не получилось. Ой. Да что ж такие снайперы, да?
Ты где? А я тут внизу, я просто высунулся, мне сразу в бубен прилетело. Я в тебя верю, сестра! Спасибо! Ой, мне тоже. Готово! Продолжить! Прилетело, что пипец. С одной стороны весело, с другой стороны херня какая. Да? Тебе тоже прилетело? Да. Там по нам с этой, да, БФГ стреляет, я понял. Охренеть, блин. Лай собака. Что-то как-то прям вообще. Давай, Сави, режь свиней! Нарезы. Жару, сестра. Помнишь, здесь пытались напрыгнуть? Да. Смертельный номер исполняется впервые. Ну ладно, не впервые. Хопа. Нет. Опа, вот и коллизия стоят. Блоки коллизии, да? Ага, да. Где заберешься на этот балкончик? А так да. Хотелось. Чё, пойдём? Пойдём. Сафи, будь добра, помоги. Это мяч какой-то был. Можешь мне помочь, сестра? Соединение, брудер один. Брудер один. Один, совсем Рудер один. Брудер айн. Окей, что там надо? Что я больной? Я стреляю сразу. Под главным залом Брудер 1, да? Да. Что, стрёмно, да? Валили его что-то быстро. Да. Ко себе дизель, солдат живучий. Ползи к мусорке. Ползу и говорю, бей нацистов по душе. Да, как последний раз. Д-9.
Дизель-машинка просто жжет. Я думаю, нам нужно войти в тюрьму. А, ну все, больше не жжет. Закончилось. Большая и сильная женщина. Когти у них на ногах, конечно, что надо. Ага. Ну что, гарпии. Так. Гарпии. Понял. А я над тобой. Да. Там по лестнице. Я промахнулся лестницей. Ну, вообще, главный зал это может быть и не тут. Так что я, может, тебя привел не туда. Кажется, мне не вижу ничего похожего на жопу. Да, это же фигня. А, может, это все-таки наверх надо. Ладно, пойдем наверх. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ошибся дверью. А, отпустись-ка. Вот меня тут расстреляли сразу, а? Как мне. Как мне канцелить? А, черт. Черт, я даже не. Как отступить? А вот. Где там? Бегу, бегу, бегу. Ну ты не заглядывай за угол. Красавчик. Просто выдрено, у меня просто прилетело столько сразу всего. Это просто всех. Машинка по массовому уничтожению, блин. Я в норме и готова к бою. Как держать, Софи? Пошли нафиг отсюда. Ты думаешь, не здесь где-то, да? Да, мне кажется, что все-таки наверху. Главный зал. Эй, мне твоя помощь нужна, Сис. Хорошо. Передразнивать друг друга. Ищем жопу. Я читал там, типа, сейчас этот врач, то, что вот девушек у всех делают слишком маленькую грудь в играх. Первый, второй, максимум третий размер. Ущемляет права. Да? У кого-то ведь бывает большая грудь. Там, а там мужики такие. Да делают маленькие члены. Угу. Там была такая фишка, что в Древней Греции делали эти... Это мне... статуи с маленькими членами, потому что большие члены по их традиции
свидетель, что ли, о глупости. Ну, типа, у тебя какой-то лад, у меня большой член. Черт, а? Из разряда. Типа, я ищу работу, я отец пятерых детей. А что ты еще умеешь делать? Ну как ты 3 раза промахнулся по нему, а? Грязь какая-то. Я тут прям валяюсь и валяюсь. О, кстати. Жопа, да? Походу. Жопа, да? Вот как на походу. Что-то похоже, это да? Тут. Или нет? А, ну есть что-то такое. Наверх чуть-чуть. А, все, я понял. Сверху, вот. Где там кто-то? Вот и артефакт, я нашел. Все? А, ты здесь? Красавчик. Угу. Все, берем следующее задание. Артефакт спектра. Там куда? Достаньте ключ бога и мемориал около бара. Подожди, сейчас. Бара в катакомбах. Но это не интересно. Давай следующий там что-нибудь. BJX, променад, Брудер 2, КПП, Бульвар Победы. Давай сразу на Брудер 2. Как тебе такой вариант? Давай, 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 да, конечно. Блин, такое, тут столько заданий, оно перекрутилось. Кто придумал эту фишку со скольжением на жопе? Типа бежишь, а потом скользишь на жопе. Она такая странная, но такая естественная. Есть такое дело, да. Метро недоступно. Что значит недоступно? О, воспользоваться. А, нет. Все. Поехали. Поехали. 4 артефакта вроде как здесь. Станция Брудер 2. Осторожно, дверь закрывается. Угу. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, не забывайте свои вещи. Ну, в данном случае, уважаемые пассажиры, оставьте, пожалуйста, свои вещи у обер-коменданта и проследуйте в следующий вагон. Комендатуру, ну. Такая черная шутка. Прямо афро. Искрит. И жжется. Что там у нас по плану? Дворик. Аванпоста сопротивления. Факт энтропии. А, ну я понял, где это. У нас 90 градусов вот сюда. А, все, нашел. Да? Комната мир. В смысле, я ничего не нашел?
Но ты найдешь. Взрывака бегает. Сейчас заряжусь невидимостью. Так, я вот возле тебя где-то. Там в этом дворике, где желтое. Девчонки, где дерево? У нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Здесь удачи. Вот. Ага, вот все вижу, вот он лежит. Ага, круто. Так, что там у нас дальше? Где-то здесь рядом еще есть каннаби рядом с башенными воротами Брудер 2. Так, где это у нас там? Ага. Получается, наверное, направо вот сюда надо возвращаться. Каннаба уже у нас тут. Здесь собаки взрывные. Собаки не улыбаки, да? Уже жахнуть по ним. Обязательно жахнем. Ну потом. Ага. Ладно, я тут пошел в полный явон. Извини, да? Блин, егериха такая, а? Сильная, независимая. Ой, ты где? Не, тут рядом. Думал, солдат обычный и это самое. Не буду на него тратить патроны, а он, оказывается, он... злой. А у него, оказывается, потенциал был, да? Ну. Так. Это может быть, кстати. Это значит, надо смотреть где-то между 0 и 190. Вот так. Наверное, где-то вот в этом закутке. Спасибо. Да, ты нашел, все верно. Где мы? Ты мимо все стреляешь.
два раза у него между ног пролетело. Эй, мы нашли. Чего нашел? Вот он, блин. Больно же, что ты стреляешься. Так, большой резервуар канализации. Давай, давай, постреляй по мне, а? Я жду. Красавчик. Хорошо, Софи. Ты молодец, Софи. И куда мы вышли, блин? О, да. Ачивку получил. Куда нас везет? А. Понятно. Вы уж извините, что мы не по порядку проходим, ну то есть не по тому порядку, который указан в задачах, дорогие зрители, но просто так неудобно, как они там просят, типа вернись в метро, потом да. Еще туда, еще туда. Нас просто всячески заставляют побегать по локации туда-сюда, чтобы посражаться с генерируемыми ботами каждый раз, да? Да-да-да, такой бэктрекинг просто затянуть эту песню. Так, что там у нас? Что-то нашел уже, что ли? А? Это просто потратим монетки. Пенни. Ага, пайки. Ты меня видишь в темноте, ёкарный мабай, я же в темноте всех порезал. Соф, вот ну, это было круто! Нахрен аннигиляция, как там это было, я скажу тебе на ушко, аннигиляторная пушка. Что не знаешь этот прикол, да? По-моему, где-то здесь прям должно быть или на второй какой-нибудь, посмотри, похоже, нет, или мне кажется. Так, 0,90 посередине, если смотрим. Похоже, но почему-то. А, все, я вижу, вот он лежит. Все, нашли. Супер.
Да. Ну только почему наоборот? В компасе было написано, надо повернуться между 0 и 90. Угу. А чтобы было как на карте, надо смотреть на между 180 и 270. Странно. Так, что там у нас дальше? Бар Кадаком, мне интересно. Зигстурм Плаза X, X не хочу пока что. Хранилище на железнодорожной станции Променада. Чё? Непонятно. Найди туннель под Брудер 2. Давайте. Или подожди, что там? Бульвар Победы. Канализация Бульвар Победы. Пошли на Бульвар Победы. Пойдем. Мы не жалкие мутанты. Не, мы не жалкие букашки. Супер ниндзя черепашки. Панцирь носим как рубашки, юные мутанты. Та-та. Да-да. Учитель наш. Что-то там Читель дальше. Наш, я на-на-на-на-на. Да, да, что-то да. Я тоже не помню. Читель наш крыса. Ага. Я раньше помню, в детстве смотрел мультик такой был 3D-шный, назывался «Битва животных». Я даже подумать себе не мог, что это, оказывается, из вселенной трансформеров. Я, по-моему, видел, как когда-то там был такой полуанимешный такой сериал, и... О, смотри, прямо над нами этот... Статосрат летает. Да, цепелин. Дирижополь. Я когда-то, говорю, видел... Это анимешный сериал про реальных гоботов, роботов-гоботов. Mm-hmm. И вот как-то у меня зацепило, что они там трансформировались. А потом, когда начали показывать это 3D-шное, это что там, те же один и тот же человек, типа Optimus Prime тоже был, знаешь. Mm-hmm. Там же, я что-то не понял, у меня yeah, какой-то yeah, yeah. разрыв шаблона был, но тем не менее было прикольно. А нам в другую сторону. Нам в метро. А что тут у нас еще какая-то фишечка есть? Найти артефакт прироста. Сколько же людей? Фига себе, он... Да, найти бы артефакт прироста зарплаты. Райт. А, типа здесь какая. Подожди, а куда он убирал. Нас ведет, ее я не понимаю. Опять тут же. Какую-то жопу ведет, непонятно. Нам вроде в Брудер 2 надо будет, да, еще заскочить? Да, я что-то не понимаю, что происходит. Войдите в Брудер 2 и найдите артефакт метафизики. Еще тут задание. А, я понял. Он нас приглашает через эту дырку.
Давай уже. Хватит биться с нацистами. Их много. Ой, внезапно. Я забежал в зону, где никого не было. Потому что ты еще не был там. Ай-яй-яй. Ты где? А, я понял. Вот. А тут две собаки возле меня, уже одна взрывная. Так что это самое. Смотри, осторожно. Лучше через окошко мне как-нибудь. Там по-другому не получается. Так, держать, сестра. Ну, ты у меня так. Крутая. Подходите на выдачу. Жизни, да. Тут меня это, а? Зараза. Нифига себе, он просто из воздуха появился. Да-да-да, у меня тоже фигня как была. Пошли в соседнюю зону. Да хорош там стрелять их. А они тут просто на пути, так сказать. Они у тебя за спиной просто появились. Почему вы обосрались? Да понимаете, я когда спросил, я пришел, почему вы обосрали библиотеку? Понимаете, пришел в библиотеку спросить книгу про паранойю. Она так посмотрела на меня и зашипела, типа, они у вас за спиной. Ладно, длинная шутка. Кто это тут, блин? Егеря, сдохни. О, знакомый. Знакомое техническое отверстие. Угу. Помоги, сестра. Я тут одна не справлюсь. Сестра, я застрял. Тоннели под Бродером. Может, это как раз-таки та железнодорожная станция, о которой они говорили? Не, чтобы написать под Брудер, там, 2 или что-нибудь в этом роде. Так. Б. Угу. Так, что там у нас? Они уже и сзади. Короче, на станцию надо выйти. Ой, блин. Я в норме и готова к бою. Я в тебя верю, сестра. О. Ты просто жжешь, сестра. Да блин, спасибо. В морду дал, зараза. Все, вы меня достали, я включаю глаз бога. Блин, ни хрена не вижу. Глаз бога не помог. Да, действительно помог. Так, ты, я, ты. Давай ты.
Я уже привык, что ты первый. Ручки. А, я вижу. Ты зараза. Иди, иди сюда, иди сюда. Зараза какая, а? Хотел пошутить, но не стал шутить. Насчет истечь кровью. Где-то же здесь она уже на станции берет. О, нашли, смотри. Может, она уже прямо здесь где-то. Посмотри. Вот. А не вижу. Где-то в этом краю, нет? Здесь вот. А, вот он сзади был, прям вот. А я повернул, ну, прям за дверью, за бочкой лежал. Это мне прикольно. Один из твоих нацистов ногой дергает так. То есть два слиплись, ну, на одном месте упали. Видимо, друг друга задевает. И дергается коллизия. Ну или как это правильно сказать. Понял, да. Физика, короче, рэгдолл. У тебя тоже? Нет, у меня лежит. Это вообще такое лежит, я не могу понять. Я вижу, что лежит голова и выкрученные ноги. 360 градусов. Да, у меня просто тоже. А, во-во-во, я по нему стрельнул, он стал дергаться. Да-да-да-да-да. Игра его ломает. Издеваемся над трупом, да? Да, злые люди. Че, нам следующий надо брать тогда? Так. Ого. У него теперь еще и голова вовнутрь провалилась. Рудер 2. Через другую дверь, походу, надо ходить. Ага. А вот дверь. Так, где мы там, куда нам вообще идти надо? Они есть вообще. Где выход? Ай, блин, опять мусь. Так, что там нужно найти-то?
метафизики, блин. Какой-то зал, который еще соединяется в две. Надо смотреть на 90, да, получается. Все просрал. Засекли. Да это может и меня засекли. У меня невидимость прям под дроном закончилась. Ах, техник, блин, как расстрелял просто как жопу шли. Рядом. Ага. Да дрон, свали. Очертания пока не вижу. Ай, блин. Наверх, но мне кажется, вряд ли. Сейчас тут еще откисну, и ты на меня точно не успеешь добежать. Что это там? Откиснуть собираешься? Я... Слушай, а если с высоты здесь упасть? А, нет, но она не разобьется с высоты. Не, не разбивается. Я забыл просто. Снова. А и комната, примыкающая к главному залу. По логике, никуда вглубь не надо идти. Наверх все-таки подняться. Думаешь, все-таки по лестнице то наверх? Сейчас я гляну. Съезжу наверх. А я только что там был сверху. Там кажется, что где-то вдалеке есть что-то похожее, но я пока без тебя не стал туда заходить. Как туда попасть снизу? Лестница. Ёпарсете, а?
покашлял или чихнул? Покашлял. А. Мне кажется, что вот это вот... Подожди, блин. Херня какая-то. Ой, ё-моё. Что такое? Вызвал лифт и под лифт спустился. Нормально же, нет. Угу. Так, что там? Примыкающий к главному залу. Наверх надо нам пойти. Подожди, если вот это вот. Стойка. У нас тут есть такая хрень? А нет, это вообще далеко. Ой, извините, до свидания. Тоже не сюда. Что ты там делаешь? Да я тут. Ну, может, тут что похожее есть. Может, имеется в виду все-таки примыкающий, это значит вот эту дверь, которую открыть вдвоем надо. Ну да. Все-таки наверх чуть-чуть надо. Сюда попробую. Вот, нам жизни где-то по полу, а то убьют нахрен. Хотя да. Так, это похоже. Нет, что-то пока ничего похожего, блин, нету. Не столько очков накопилось, я же могу здесь прокачаться. Качайся.
прокачал все, что надо. Так. Все равно что-то не похоже. Наверное, надо все-таки может сюда зайти. Угу. Не спрашивают, попробовали бы они прототип крафтверка. Да, сейчас. Сейчас дам попробовать. Ага. Ты дашь им, или я дам им? Давай ты. Хорошая штука, да? Понравилась? Это на тебе. А это ты. Тут егерь. Так держать, Софи. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Соф. А это ты, блин, опять. Какие-то такие штуки пошли. Интересное. Мастерство владения оружием повысилось. Спасибо. Так. Такое ощущение, как будто должен быть какой-то главный зал и по бокам еще две штуки, вот как, вот, знаешь, где было место с тюрьмой. Ага. Слушай, главный зал, ну вот это же есть главный зал. Наверное, где-то здесь. Горелый. С мышкой что ли случилось? О, смотри, вот как раз наша штука. И вот в правом подзальнике. Где-то здесь. Прям под носом был нацист. А вот да? Вижу все. Вот он. Ладно, хорошо. Держишь, сестра, сирена. Хорошо. Ой, жом.
Чё, Брудер 2 это получается у нас, да? Чё, мы всё Брудер 2 нашли? Фактанаем Бульвар Победы, Бульвар Победы, пошли на Бульвар Победы. Сюда? Ну ладно, пошли сюда. А там можно будет через побочные двери. Так, подожди, я не нажал. Выйти тогда, да? А. А думал, пошли через верх. По-моему, так было. Ладно, вы не захотели по-хорошему. Да, я вышел прямо им в лоб. Ну вот, да, нужно бы чуть-чуть пройтись, не поднимая глаз. Слушай, действительно здоровая такая хрень, да? Во всем городе должна быть видна, как ни крути, ты прав. Этот момент они не продумали. Ни хрена. Ну что? Тут жахнули. У нас последняя жизнь осталась. Прикинь. Вот это мы что-то расслабились. Я не говорю. Честно, я по лестнице полз. Где ты там был? Иди сюда, 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 иди. Я лез по лестнице, а он заспаунился тут рядом. Вот сучара там. Ну. Так. А, опять меня на лестнице убили все. Короче, я больше по лестнице ползать не буду. Ага. Все, ты ему отомстил. Хорошо. Жесть какая-то, да что ж такое-то, а? Там сверху, не сверху, а сзади. Так.
Ладно, небольшой перерыв. Начало текущей карты. Ну, хоть не в метро сразу. Ну, прикол, конечно. Угу. Не, ну как-то это, знаешь, это уже прям, ну, все грани переходят. Просто появляются за спинами прям вообще. Еще и выносят сразу. Они уже не знают, как там. А им включен. Ну. Бля, пиздец. Так. Дай-ка мне небольшой перерыв сделать. Я дойду до камня души. Да, давай. Давай. Сейчас три. Итак, продолжаю. Вольфенштейн, Юнгблок, кадр второй, сцена шестая. Мотор. Короче... Надо тупо проигнорировать все и пойти. По своим делам. Бенихер. Правда? Так, подожди, какое наше задание сейчас? Найти артефакт анафемы. Двор победы. А, нам просто отсюда свалить надо? Ой. Получается, да, мы, получается, этот артефакт уже засчиталось нам. Все, давай наверх тогда. Наверх и там... запрыгивай. Надеюсь, сейчас как в игре Rust не будет, нам никто гранатку не закинет сюда сверху. Не знаю, не играл. В Rust есть там метро, и там постоянно подсиживают и гранатки кидают. А, злые игроки, да? Да-да-да-да. Весь лут у людей отбирает. Награбленное честным трудом, да? Да, да, да. Блин, просто пипец. Такие киборги. Ты молодец, Софи. Дробовик, блин, такой медленный стал. Я его на мощность весь прокачал, он просто стал такой прям медленный. Угу. Ну чё? Катакомбы, променад. Две штуки. Телефон звонит. Нам на Бульвар Победы? Морфеус вызывает. Брудер. Один. Ну, где больше всего, там мы пойдем. Собственно. Угу. Анафемы, господи, понапридумали всякой херни, да? И не говори. Это потому, что они, скорее всего, свой ID-верс пытаются придумать. Вот. Так, поначалу же просто было. Типа, нацисты победили. Благодаря этим самым артефактам, а не нервы. А потом евреи, Ктулху, там Черное Солнце. Так. Сразу же второй можно посмотреть. А. И третий, и четвертый. Ага. Да ты просто убийца. Ты в
все равно сравняешь. Запалили. Сучар. Пустите бульвар подбежки. Далее. Они что-то там придумали этот. Как его подняло там просто на уровень штандарта этого флага. Смотри как. Уи, нет, не полетел. Ты этим дизель крафтверком их взрывал? Да. Ладно. Да блин. Что ж ты будешь делать? Отступай. Не, я хочу нападать, правда, в обратную сторону. Ты смотри, смотри, прям за спиной появился, а? Падла. Молодец, сестра! Ты в ударе! Ты где там? Чё там у тебя? Ну, спасибо! За спиной прям один за другим спаунится. Так, егермейстер идет. Где этот егермейстер? Я пока не вижу. Хорошо, Сол. Сейчас гляну, что тут по плану. План, так, что у нас по плану? О, я тут, кстати, общее здоровье нашел сейчас. Попробуем поискать тут здесь, кстати, запрыгнешь? Говоря, с правой стороны. Сейчас поищем. Вот в следующем помещении. А то сюда вернешься ко мне, ладно? Да. Сейчас только найти. Сейчас, блин. О. Чуть не убили. Да, та же фигня. Блин, вы охренели. Давай, Каби, где свиней? Угу. Нацистские свиньи. Попробуй гляну здесь вот. Перепрыгнуть лестницу и уже упал мертвым. Сейчас. Не похоже, нет.
это насколько у нас? Не, нихуя не. Между 108, ну, почти на 180. Да? А нет, фигня. Подожди. Не, фигня. Не здесь. Фигня. Что-то не похоже. Вроде похоже, но слишком много ответвлений на карте. Да. Пошли дальше искать. Угу. Блацкович. Чё наш? Да плакат висит. Нравится? Mm-hmm. Я не люблю блондинок. Смотрим сюда. Сюда не подберешься никак. Это что у нас тут такое? Блин, откуда ты вылезла, дурочка? Так, мне надо как-то к тебе, что ли, пробраться. То есть сейчас тебя даже если что не захиляем. Да хипперс, ты упал в самый низ. Куда побежала? О, жизни. Пошли, возьмем. Возьмем, дело хорошее. Volkswagen Golf. Das Auto. Ага. Ой. Какая толпа народу, просто жесть. Прогоним нацистов обратно в Берлин. О, у меня Уберхаммер есть. Куда не жесть. Пацаны, здорово. Ядрит, смотри. Сзади прижали, зараза. Бегит. Спасибо. Ненавижу егерей. Да что? Блин, они просто появляются. Я прям по карте вижу, точки просто появляются бесконечно. Да-да-да, я согласен. Это вообще жесть какая-то. Давай за забор забежим и воскресимся. И истечем кровью. Сейчас я как-то возьму свою БФГшку. Что-то он стреляет, кстати, не очень. Без БФГ тут просто вообще никак.
Что за фигня? Ничего напоминающего нету на это место. Да, да, причем еще нет, несколько пар других мест поискал. Там опять друзья. Так, сейчас глянем. Анафема, восприятие, там какая-то полукруглая штука должна быть, совмещающаяся, и башня как будто. Подземное хранилище перед бункером под бульваром Победы опять. Под бульваром Победы и бульвар Победы. Отметила тебя цель. А, у меня кидать ничего не могу. Понял. Я так зарежу. Они не поняли, что произошло. Забавно. Я тут на втором этаже шуршу. Ой, блин. Мне тут железный мужчина решил топориком постараться. Бляха, муха, прям реально тоже сзади так. Давай, подбирайся, да. Красавец. Ай, блин. Ну, я снова в седле. Погнали! Ядрит. Можешь тебя оживить. Ты где там? Ну, я тут вот. Не хватает разрушаемости, да? А то такие мощные пушки и все такое. А в этих офисных столах все такое как будто защищает тебя. Да. Так, что за херня? Есть такое дело, да. Кугельгивер. Слушай, а я же по идее могу их с разгона толкать, да? О, получается. Первый раз попробовал за всю игру. Угу. Ну, как видишь, можешь все. Эй, блин, кто там такой? Ядрит Мадрид. Да что ж это мы делаем такое? Он ползли к башне. Сейчас тебя собака скушает. Блин, застрял. Я в тебя верю, сестра! Хорошо, Сол. Ты их всех с землей сравняешь.
все же выжили. И так. Не говори. Ну, выглядит как вот оно. Вот здесь вот должно быть. Да, вот он. Ай, ё-моё! Я вместо F нажал G и кинул все гранаты под ноги. Да ничего страшного. Тут вроде нету friendly fire. Так. Добавлено у меня на рельсы какой-то... Ага. Какой-то радар есть. Только сейчас заметил. Так, хорошо. Теперь. Это мы нашли. Теперь бульвар Победы под бульваром. Да ёкарный, кто в меня стреляет? Никто уже. Это радует. Так. Артефакт восприятия. Бункером под бульваром Победы. Под бульваром Победы. Ну, короче, все вместе. Ой, извини. В вашем районе обнаружен важный нацистский ученый. Иди нахер, его... важный нацистский ученый. Правда? Да. Я уже заебался искать эти артефакты. Но нет, мы да, мы да найдем. Мы не слабые сучки. Ученые спаунятся так же бесконечно, как и враги. Да-да-да. Так, я так понимаю, что нам нужно обратно идти. Слушай, как называются эти... Как там их, которые используются для поднятия грузов? Большие эти... Нет, ну в этих супермаркетах, не ровные. Супермаркетах. Так, такие вот как ну, бы... Вот, ровные, вот, ручные, вот эти. А есть, вот эти вот, кстати, которые тут ящики держат. А, этими. Ну кары обычно. Называется. Кары, да? Молодец. Ну, допустим, кары, ты понял, о чем я говорю. Готова продолжить. Шутку сегодня услышал о том, что типа если бы у вас была машина, ну то есть машина вашей мечты и девушка, которую вы бы хотели подъехать, на какой бы вы подъехали? Ну и типа там. Кто-то писал BMW, там на Mercedes и все дела такие. Ну, типа, одна девушка отписалась, или кто-то, или парень, неважно, кто отписался. А я, типа, феминистка, и ко мне так просто не подъедешь на ваших патриархальных хуйнях. Вот, ну, такая, на чем бы вы, и на чем бы вы ко мне подкатили? Такая, один написал, типа, на каре. Да. Ну знаешь, как эти. Я понял, да. Они, я просто сейчас еще тоже думаю, вспоминаю, как же они назывались по-другому еще. Есть еще штабелеры, я знаю, это узкоколейные погрузчики. Тричтраки еще какие-то есть, что это, я уже не помню. Короче, нам сюда, в эту дырку. Давай, сестра. Залезем. Я не могу проехать. Залезем улица под шконку. Ты где там? Да я ранее пытался пройти по месту, а тут коллизии нету. Чё да? Где-то такое нашел. Интересно. Тут там местечко есть, где прям можно залезть. Хочешь, покажу? Покажи. Прикольно такие. Какую херню найти? Ну вот сюда вот прям запрыгиваешь, попробуй туда пролезть. Все, никак. Нету? Я и думал, что пропустили где-то. Не-не-не, да, наоборот, я имею в виду то, что...
Не могу слово подобрать, как это называется. Это наоборот коллизия, да. Не нет коллизии, а коллизии. Короче, невидимая стена. Коллизия стоит, да. Я помню, с метро Exodus такая херня была, которая... Причем у многих встречалась. Там, типа, есть карта, это вторая большая. Аральское море. И в какой-то город бандитов, ну или что-то в этом роде, нужно через пещеры пробраться. Ну и там, собственно, они придумали, что для того, чтобы это сюжетно как-то так ограничить игрока, но чтобы он пошел по рельсам сюжета, а не просто бродил по большой карте, как это до этого было. Ему нужно спуститься в небольшой такой, ну не каньон, а такой вот типа ямы, вот. И после этого активируется скрипт, там, когда он проходит какие-то места. И бывало, что тупо не активируется. И у меня тоже не активировалось. И для того, чтобы попытаться как-то разобраться с этим моментом, знаешь, потому что до хрена уже прошел, а там автосохранение, как бы, и на них уже надеюсь, а автосохранение идет там, где, собственно, уже ты попал в эту яму, и оттуда уже не выбраться. Ну, а скрипт уже не работает. Ну и, короче, думаешь, что делать. И я там прыгал со всех сторон и туда-сюда. Как бы и... Сейчас у меня тут дизель-солдат. И в определенный момент, знаешь, я такой радостный опрыгал. Так, черт. Блин, меня тоже убили, суки. Я истекаю тогда первый, а то я сейчас уже все. Давай, да. Я тут за стенкой. Пытаюсь. Я твою гранату поймал, извини. Нормально, бывает. А, во, кстати, место нашли. Так, стой, блин. Сейчас разберемся, я расскажу эту историю про невидимые стены. Так. А, ты уже нашел? Да, я лежу, а поднять не могу. Да ты красавчик. Ага, супер. Так, блин, кто в меня стреляет? Пипец, есть. Кто стреляет, а чё? Кто, непонятно. Блин, еще один. Пипец. Там уже думал, что все, как бы. Вот можно немножко передохнуть, но нет, ни хрена. Гранаты ловлю.
Да, то же самое. По-моему, как это баг на эту тему, что гранаты начинают останавливаться. В воздухе. Ну, видимо, мало кто доходил. Да, извини. Но, видимо, зал завернул, выглянул, уже толпа стоит. А, все, видимо. Видимо, мало кто доходил до этого. До зоны с этой суперспособности. Ага. Чтобы накопилось достаточное количество статистики. Так, что там у нас? Да. Так. Хранилище променада, это херня, артефакт ступ. Бункер под бульваром Победы. Че, нам выходить надо или нет? Он куда показывает? А, да, все-таки это отдельная. Отдельная херня. Пошли отсюда нахер. Жесть. Я прям за спиной появился егерь, который меня сразу же убил. Они как просто между нами появляются. Да. Пиздец. Бесит на самом деле. Такие вот, знаешь, когда... Ну, believability, как это сказать. Достоверность начинает разрушаться. У меня... Ну, это, скорее всего, знаешь, разработчики так продумали где-то так теоретически такие возможности о спавне такого рода людей, ну, то есть такого рода NPC, но на практике не проверяли, или как бы так из разряда, типа, кто там проходит на супер тяжелых сложностях, тот должен сам понимать риски. Выпить или сада мажа. Да. Вот, например, в Дарктайде там есть такие убийственные задания, которые, ну, реально хрен пройдешь. Вот, ну и там явно чувствуется, что все это дело никто особо и не проверял. То есть, знаешь, это из разряда там просто накидали монстров. У тебя то патронов не хватает, ни хрена, то там просто такие монстры, которые тебя просто травят и травят, что ты просто уже ничего не можешь делать с ними. Ну, спасибо. Ну и точно так. Где нас появилось. Ага. И точно так же. То есть люди у тебя спавнят. Ну, если там огромные толпы, такое условие, то они спавнятся просто. Где только они не спавнятся. Ты прошел, они там между с тобой расплавнились. Открытом воздухе. Особенно если это. Опять появился. Жесть. Да. Особенно это. Если это. Ради тоже тебя. Какое-то открытое пространство. Я снова в деле. Сейчас мы ему строим. Дайте мне, пожалуйста, вулкан какой-нибудь, как-то вулгатный ган. Так у тебя ж есть. Ну, еще что-нибудь пожестче, прям, чтобы скашивать просто. Нахер пошли отсюда. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Удачи. Нет, спасибо, я не хочу. Я не верю. Все, пошли отсюда. Тут канализация. Ага. Да, бля. Я показал, что ты упал.
Ну что, походу опять 4 часа будем ковыряться. Да сейчас еще полчасика и все. Тебя кто засмотрит? Смотрел очень долго. Вот как, наверное, минут 15 отключился человек. Ну, устал, видимо. 2, то 1. Да, поиск артефактов не для него. Так, сейчас, где это было вообще? О, смотри, знакомое местечко. По-моему, я его видел на карте как раз таки. Да. А, сильно. БФ. И вот он артефакт. Да. Так, значит. Артефакт гравитации. Теперь нужно какой-то. Блин, опять нас куда-то выводит обратно. Ну, по крайней мере, по началу бункера. Пошли нахер отсюда. Мне одной не справиться. Помоги. Да ладно, что ты, а ты не хочешь пострелять здесь? Да ну нахуй. На самом деле, если игру так взять, а убрать все эти перемещения туда-сюда и стрельбу с одними и теми же бесконечными ботами, то сюжет достаточно короткий получается. Очень короткий, да? Здесь я чисто растянули все за счет дрочего. Да, лучше бы они сделали, знаешь, что-то вроде этого... Альянс Fireteam Elite, честно говоря. Ну, то есть какие-то короткие, четкие определенности миссии, которые ты там можешь параллельно что-то выполнять. Типа найти какой-то артефакт, знаешь, как в Верментиде 2 там, или Dark Tide, там какую-то книжку найти нужную. Просто, ну, прям, как сказать, вот мы сейчас залезли в яму, всех убили, вылезли через минуту, опять полно народу. Да. Все по кругу. Какой-то, знаешь, полигон просто испытательный, как будто бы. Тренировочный лагерь. Да бля. Что ж вы не... Пипец. Сейчас меня убили, нахуй. Извини. Гранат нету ни хрена. Все морились. Блин. Пока не закончится. Вообще сюда не надо было выходить. Бля, сзади меня подбил оберкомендант с этим. Тут дробовик и... электрокрафтворк. Ага. Сюда на. Сколько здесь туннелей, пипец. Она придумала, да? Я наблюдаю слабый сигнал от машины, и мир совсем недалеко от вас. Ну, наблюдай, наблюдай. У тебя один глаз остался. Хорошо, да. Еще предать можешь.
Слушай, это уже третий тоннель получается, да? Угу. Под Брудером 3. Ядрит Мадрид. И не говори. Давайте посмотрим, что там у нас. В одной из помещений лаборатории Брудер 3. Окей. То есть какой-то кругляш нужно найти. Кто-то упал, кому-то больно стало. Угу. Вот что скажу, чего лично мне не хватает в этой игре, помимо разрушаемости, еще и, ну, как сказать, импакта от взрывов. Грубо говоря, вот была бы здесь какая-нибудь там, я не знаю, РПГ, там гранатомет, чтобы пахнуло, все рвануло. А по примеру гранат, у них слабый достаточно радиус вообще. Ну, в принципе, как бы в целом, как в жизни, примерно, но... Угу. Ну да. Какой-нибудь фауст, патрон бы современный тут, знаешь... То тяжелая техника есть, а всякие там панцерхунды и прочее, а это тяжелого вооружения такого прям взрывного нету. Хотя полыки, наверное. Ну вроде как ты всякие гиверы такие тяжело носишь. Ну да. Ой, блин, я оборзел, и я умер. Тут солдат. Блин, горел. Я что-то подумал, что это я упал, а это, оказывается, ты упал. И я встал просто, думаю, ну все, сейчас ты меня вылечишь. Бывает. Так, я истекаю или ты? Я истекаю. А, подожди. Ладно, я истекаю. А, я понял. А, я думал, что... Я не понял, короче. Да? Я тоже ничего не понял, что произошло, честно говоря. Я понял только потому, что мы оба упали. Короче, тут дохуя народа, я, пожалуй, мега какую-нибудь хрень использую. Так, держать, сестра! Ты у меня крутая! Тут топните все и меня еще. Вот типа. Правильно я говорю. До свидания. Современные евреи. Чего? Я говорю, действуем как современные евреи. Один стреляет, другой подбежал, быстро спиздил и убежал. Меня нормально слышно, кстати. Да. Угу. Так, что там дальше надо сделать? А вот куда-то наверх нам нас тянут, чтобы мы зря тут съебались. Все-таки придется возвращаться. Вот там. Я в кап
добраться бы. Давай спрыгни. Не, нормально. Спасибо. You're welcome. Все дела. Хера себе. Они такие неуклюжие. А, на эту херню запрыгнуть нельзя, я понял. Ее, короче, скатываешься. Короче, сюда. Подожди, а ты куда? Слушай, ты как-то поднялся или ты назад пошел просто? Может, я сейчас вернусь. А вот ты. Угу. Где там был этот проход наверх? А, наверное, через это надо. Нет, на ней, на нее сверху нельзя залезть, к сожалению. Да я понял. Я про вот эту вот херню. Нет, нельзя. А вот тут лесенка просто есть. Наверх. Стрелять по бочкам, думаю, не буду. Сейчас опять набежит куча народа. Из воздуха. Отсюда артефакт, нахрен тебе артефакт на базе. Каждый уровень навсегда увеличивает наносимую вами урон на 2%. Они, наверное, а каждый новый уровень увеличивает на 4% наносимый урон по вам, да? Да-да-да. Двадцать четыре просмотра. Так, сейчас посмотрим, что там у нас. Где-то на краю, по-моему. 270 и 0. Так, не тут. Окей. Па-па-па-па. А, ты уже активировал. Да ладно, что ты извиняешься? Все там были. Твою мать, а?
Да, мы еще не закончили. Это должна быть последняя серия. Он пишет, что говорит, я уже успел Star Trek посмотреть, а мы еще не закончили. Да ладно, приключения на полчаса, знаешь. Туда и обратно. Уже третий раз. Третий, сука, раз. Хорошо, что в Вольфенштейне отличная боевка. Иначе бы просто это было невыносимо бы. Я бы уже давно сдался. Бля, у меня черный экран. Я упал в непонятно. Ты где я? Ты меня видишь? Да. Вот ты бегаешь. Слушай, у меня реально все просто черными пикселями покрылось. Я вижу сейчас только UI. Так, слушай, я выйду и зайду сейчас. Давай. Пипец какой-то. Вот и бот вместо тебя появился. Тут главное, чтобы у меня видюха не сдохла. Да вряд ли. А, я где-то в подвале появился. Нормально пошло. Ну что, мы всех убили? Так, что там у нас по плану? А я тебе рассказывал, что я, короче, в Стиме добавил себе в друзья твоего клона. Чувак тоже с ником Кикс. Ага. Он мне пишет, ты мой отец? Я говорю, нет. Там откуда-то чувак из Колумбии, что ли? Походу нам Брудер Грин нужно зайти. А давай, знаешь, как зайдем? Через... Простите, ну, задний вход. Бетонные плиты. Как они их тут нарисовали. Бетонные плиты? Я посмотрел. Доволен? Я вижу стык текстур. Вот здесь вот. Кто-то похалтурил, да, над разверткой? Да, есть такая. Она расходится. Ну и ничего, кстати, глазу не бросается. Полигональность. Где это у меня? Помощь нужна. Будь здоров. Спасибо. Ты молодец, Софи. Хорошо. Сладких снов! Убил и меня убили. Так. Да блин. Просто расстреляли.
рассветами. Неузальдат. Справится со всех сторон, падла, а? Ладно. Так. Давай, ты истекаешь на это самое. Отползаем куда-то подальше. Черт, у нас собак, блин, не резаны. Ладно. Окей. Не все, коту масленица. Так, бля. Провода. Эти шестигранные экономят на полигонах. Кто шестигранные? Гайки, говорю, шестигранные. От скольки они должны быть, да? Да. Блин, ну... Интересно, как у них выполнена оптимизация крупной геометрии? Вряд ли плоды используются. Что вы затрахали, а? Ты где там? Давай уже сразу туда, куда надо. Меня окружили просто, я не успел за тобой. Сейчас. Прорвусь. Тебя убили, нет? Нет, нет. Все. Бегу. Теперь я не бегу. Ты внизу там, да? Ну да. Тоже вниз. Да, сползай, сползай. Жестко и очень мотивирует. Красавчик. Спасибо. Успели. Теперь расскажи им, что такое Powerpuff Girls. Ой, действительно, был же раньше фильм «Беги, Лола, беги», как сейчас помню. Угу. Такой популярный был в свое время. Да, он такой инновационный был в своем роде. Это как День сурка, только с бегом. Угу. Так. У нас типа здесь 2. Нету. Кто куда? А я по съемам. Извиняюсь за французский. Сейчас поднакоплю. Я тоже. Так, а что ты кашляешь? Это же не передается как... по интернету. Заразил меня итальянской болезнью. Звучит-то как...
густо. Это испанская болезнь тогда, если ми густо. Да. Ола испаньола. Вот это по-техасски! Че, всех разахтунгили? Воду. Ну вот, и не спавнится сверху, да? Угу. Суки. Так. Теперь главный вопрос. Где сучий артефакт? Анимации, да, достаточно однообразные. Но все равно динамичные. Бля, пиздец, заебал. Где же оно должно быть, это? Одно из помещений лаборатории. Брудер 3. Подожди. Если в другую сторону глянуть. Не, хотя нет, на тюремную зону не похоже. Нет. Давай чуть дальше пройдем. Подожди, ну мы же тут с тобой были, это же типа был главный зал, мы тут искали, мы тут уже находились же, по-моему, с тобой. А, нет, мы не в Брудер 3 были, мы в Брудер... Давай, попробуем мы подняться. Мы были на Брудер Шафте, короче. Угу. Айна Сис, Айна Брудер. За карта песков, это что, ковчег судьбы ищете? Нет, это просто это, типа обрывки карт с артефактами. Надо искать вот в локации, где написано. Примерно похоже по карте помещения. Фашисты! Ну, зону. Окей, что там дальше? Какие-то кнопки нажать надо, что ли? А, ну да. Собачкой, если ты можешь метнуть, метни. Да. Телс закончился. У меня ножи. Черт. Ай, ядрит, смотри. Меня унюхало раньше. Ай-яй-яй. Что случилось? Хайсе. Ползи ко мне, короче. Ай, черт. Походу он сейчас убьет нахрен. Так, я истекаю.
Давай беги ко мне лучше. Сейчас. Бей нацистов от души, как последний раз, Джек! Я тоже Удархаммер беру. Ладно, нет. Нет, не успел. Попали, попали, суки. И не говори. Ай, ё-моё, я забыл про эти турельки-то сзади. Ползи ко мне. Ай, ядрит, мадрит, какие бешеные гранаты у них. Задай им жару, сестра! Спасибо. Ну, бля, плохо. Так, это похоже на зал, который нам нужен. Я уже задрался искать его. То да? Ой, да рука тут. И крюк. Так, здесь нигде нету. Там, может, вообще внизу, там, знаешь, на входе было, а мы тут просто сократили и не туда сократили. Да, но это должна быть, видишь, какая-то угловая локация, задний, так сказать, правый угол. Пошли вниз. Ух, пипец. Путешествие на 20 минут. Приключение на 20 да. минут. Сейчас Рика и Морти пересматриваю. Что-то на четвертом сезоне они как-то немножко сдулись. Возможно, знаешь, из разряда они решили пятый, шестой сделать покруче. Или там сейчас восьмой вроде как бы. Но четвертый они явно как-то так на отъебе сделали. Там есть одна прикольная. Ага. В октябре, по-моему, выходит новый сезон. Угу. А Футураму не смотрел новый сезон? Не. Можешь мне помочь, посмотрел, сестра? Мне понравилось. Да я, по-моему, посмотрел эти Футураму в свое время, как бы полностью, что там было. И мне уже хватит. Потому что я уже не понимаю, что там вообще, что было, что не было. Знаешь, как-то в одном большом сплошном потоке. Да, да. Ну, короче, Фрай и Лила теперь парочка. Вот что могу сказать. А что, раньше не были? Ну не, они ж типа там... Последний, какой там был сезон, я не помню. Седьмой, по-моему, или восьмой. Чуть ли забыл, что там сезон. А, закончился на том, что они же там, типа, вместе любовь-морковь, а потом вернули время вспять, когда они там сломали устройство профессора, и время во всем мире остановилось, они целую жизнь прожили, типа. А
весь мир вокруг остановился. Окей. Эй, Футураме больше всего серии нравится про перемещение во времени, когда там профессор, не помнишь серию, когда он там время хотел отмотать в машине времени и случайно слишком далеко отмотал. Потом типа надо найти цивилизацию в будущем, которая изобретет машину времени, умеющую перемещаться назад. Окей. И в итоге опять что-то там они это пропустили, и он говорит, ну давай мотать вперед, пока вселенная заново, короче, не появится. Так раз и три по кругу, короче, мотали. Ладно, просрали. Блядь, где это? 270. Похоже, кстати, на это место. Где кто? Пипец. Тиху тоже знает, кто где главное, да? Эй, бля. От этого ящика еще нет пароля. Похоже на то. И вот где-то здесь глянь. Вот там. Икс. Да я вот. Поднимайся наверх. А, да, вот маленькие точечки, это они. А, где-то там. Ко мне иди. Komm zu mir. Да, вот оно, все правильно. Ей, мы это нашли, сука. Так, что это такое променад? Это гравицапа. Здесь осталось раз, два, три, четыре, пять артефактов найти. Ну. Хоть какое-то облегчение, да? Да, нас сейчас ведет. Так держать, сестра. Ну, спасибо. Я не понимаю. Находиться в себе. Нам надо срочно найти аптечку. Ага. Или поменять карту. А вот она и вот есть. Вот аптечка. Заказывали, да? А вот выход. По крайней мере, это известный выход.
подлюки, а? Я просто кинул топорик. Я ее убил, и меня убили. Так, кто истечет? Сейчас. Ладно, давай я. Да, ты просто раньше. Убив я поэтому. Я в тебя верю, сестра! Ага. Да что ж такое-то, а? Блядь, да что ж такое-то? Реально. Они начали... А, сейчас подожди, мы же в правильное место появимся. Главное, чтобы квест был выполнен. Нет, конечно, на высоком уровне сложности, на самом максимальном, прям вообще лютое в канале творится. Тут уже, знаешь, не хватает какого-то квейка, блин. Или это Unreal Tournament. Прям вообще просто уже прыгать, летать и разносить. Ага. Вот убегу. Давай по стелсу добегаем до метро. Я еще в самом начале. Я просто на секунду отвлекся. Ага, ну я пошел в метро, короче. Нацисты нам нахлобучили не то слово. Да они, видишь, они спаунятся постоянно просто за спинами. Агайски. И уровень сложности у нас сейчас вообще беспредельный мы поставили. Подожди. А, ладно уже. Норм. Самый последний поставили. По крайней мере, у меня стоит. А у тебя? Мне тоже. Мне тоже самый последний. Ну, понятно, что у нас пруд. Тем более, у нас в половину разница по уровням. Я не знаю, как местные ИИ распределяет сложность в этом смысле. Так, что там надо? Артефакт. У входа в лаборатории X. То есть где-то здесь. То есть на краю тут. Вот прям здесь получается. Подожди, сейчас как еврей попробую сделать. Бежать, украсть. Попробуй, дело хорошее. Черт. Да, побежали. Нашел, украл. Да, да, да. Ладно, тогда следующий. Хорошо. Блять. Ты всех с землей сравняешь. Тут два прям егеря. Пятого уровня. Но они не знают, с кем они связались. У меня есть рука Бога. Ага. А вот. Катакомбы под лаборатором. Опять катакомбы. Да, опять по этим самым ползать. Опять искать учителя крысу, да? Ага. Пиздец, он вообще года дырку нас несет. Не, давай, стой, другое тогда. Стой. Так, отвали. Сейчас другое найду. Вот сюда давай. Ну тут есть, да, техника, но она просто стоит. Тут есть гигантские роботы. Ага. Даже мотоциклы.
Давай, пойдем до батьки Блашковича. Опа. Вот это была подстава. Ай, зайчики. Попрыгайчики. Ты крутой. Спасибо, Сэм. XM Funk. Просто кровавый дождик. А, ну, кстати, я не обращал внимания, КамАЗ это или нет. Может быть, это КамАЗ. Это что-то похожее. Да нет, просто... Зеро пишет, типа, да я просто прифигел, что КамАЗ делает... Что КамАЗ делает в Берлине? Сначала написал, не понял, тут что, КамАЗы есть? Вроде заметил. Да хепарс, это вот это я... Провафлил, а? Все, я тревогу поднял. Да? Но меня не слышно. Сейчас будет слышно, поверь. Я тут своих просто раскидал там из разряда. А мне нахлобучили. А, понятно, куда эти боты бегут. Соп, вот это было круто! Ладно, пошли побежать дальше, уже ничего тут. Хотя тоже тут. Вот это бомбу рыскать. Так держать. Хорошо. А тут были всякие непонятки, куда идти дальше. Ё-моё, у меня нету кидалки, оказывается. Давай, иди уже сюда. Нахер тут, блин, торчать. О, я жизнь нашел. Сука, потерял уже. А вот. Ну вот, мы даже вроде убираемся из дерьма.
Типа того, да. О, сюда, да. Подожди. Вообще в шоколаде. Ты там дверь открываешь? Да. А ты можешь это отменить? Помочь нам там? Контрол левый сейчас отменил. Что ты там только делаешь? А, жизнь еще. Реально. Шоколад, говоришь, да? Вообще, жир. Да, беседки свастику разрешили использовать. Но это еще до всего этого, так сказать. А кто ее разрешил? Никто не мог. Ну, пишет, что я удивился, что беседки разрешили в игре использовать свастику. Сейчас же все тенденции все запрещать, что может кого-то оскорбить. Ну не, как бы в Америке как раз таки все нормально с этим. Ну я имею в виду, что не будешь использовать свастику, там уж не нацисты обидятся. Это в Германии. Это же в Германии там получается нельзя использовать ее. А во всех остальных кто им запретит? У нас закона такого нету. В Латвии, например, вообще это солярный символ, типа так случайно связан с нацистами. Вот у нас его рисуют кто не попадя, типа национальный латышский символ, сука. Вот. В Америке, да, там что там? Там вообще как-то с... только коммунистов запретили. Давай сюда уже. Что, в окно не пролезет? Не пролезет. А в Европе так и в Германии получается. С этим самым проблемой. Ну, потому что они типа, если об этом не говорить, то оно типа рассосется. Это здесь должно быть. Нет, я не прав. Ага, вот здесь, да. Нашел? Супер. Ай, блин. Вот все это взял. Да. Что-то у нас дальше. Катакомбы, лаборатории X. Куда тут? Где там у нас выход? А вот. Железнодорожная станция еще, да? Я что-то смотрю, знаешь, как тут местные модельки сделаны. Может быть, тоже поменьше полигонов делать. Ну, я так понимаю, что... Вроде смотрю на эти... На НИТ. Они вроде работают нормально. Ну, хрен его знает, когда. Надо вот эксперимент провести в Unreal будет. Ну, знаешь, все вот это модно... Модные рассказы в Unreal, типа, вот, на НИТ и все дела. А, типа, с этого самого... Дрит, смотри, что кто-то что-то наделал. Типа, квиксель мегаскан качаешь, оттуда там любые миллионы полигональные модели, да, карты там составляешь, что-то их немодные презентации. Которые были, где там внедорожники, эти процедурно генерируемые уровни с миллиардами полигонов. Это все, да, но все равно это не то. Это больше для синематиков чисто. Ага. Как оно будет работать? Ой, блин. Оно будет работать тяжело очень. Сейчас мы ему устроим. Давай я истеку тогда. Ладно, истекай.
Так, где мой глаз Бога? Сейчас один момент. Да, я эту демку матрицы качал и в Unreal проект смотрел. Как тебе сказать? Не так все гладко все равно. Но они-то не работают со всеми вариантами меша и прочее. На самом деле начинается какая-то вакханалия творится. Допустим, только в 5.3 апдейте Unreal сейчас вроде как начали разбираться с этими с foliage, ну, травой со всякой там с деревьями, типа на них, чтобы на них тоже работали, но все равно корректно не везде работает, и из-за этого получается, что ты где-то лоды используешь, где-то на ниты включаешь, и просто какая-то жесть начинается. Я лично путаюсь просто уже, и плюс на ниты некорректно работают, ну, зачастую, то есть это, наверное, как этот самый, как волшебная таблетка, ну, да, от Nvidia. Рассчитываешь на то, что тут у тебя сейчас на ниты все оптимизируют. Они ни хрена не все модели оптимизируют. Нужно специально под них подготавливать модели. Если где-то какие-нибудь там нормали инвертированные или еще что-то, начинаются свои косяки, то есть это прям отдельная, наверное, специальность появится. Подготовка моделей под наниты. О, смотри, по-моему, я нашел, где это может быть. Вот, если ты повернешься... А, подожди, это ноль. Не, херня какая-то. Нет, я обманул. Я сказал неправду. Нет, и неправду я сказал правду. То есть, это на 180 градусов. Вот, там вот как раз это отсек. То есть сзади, за твоей спиной. Да, я понял. Похоже, да. Да, кстати, оно и есть. Действительно. Теперь надо туда попасть. Вот так. Блин, я настолько расстрелял чувака, что он за дверь прополз. За закрытую дверь. Так. Так. Ты здесь. Нам нужно вернуться. Сторону. Так, сейчас. Ну-ка, нельзя карту отдалять. Да. Совсем уже отдалился. Не туда пошел. Нет, это вообще не туда. Ладно. Я запутался.
вопросом, честно говоря. Сейчас найдем. Вот ты, по-моему, правильно вышел. Вот этот аппендикс. Нам получается вот на уровень это... ниже. Да. На этом уровне, но совершенно соседний отсек. Гребаные катакомбы, а? Ну точно не сюда. Четыре, пять. Так, окей. Место правильное, правильно? Шрайбан. Нет, это не то. Я нашел. Нашел. Только я вообще, честно говоря, не знаю, я его нашел или нет. Я нашел его, да. Да, значит. Да. Все, супер. Но он лежал на уровень ниже. Ну. Это точно, 200 грамм приняла. А теперь у меня другой вопрос. Как отсюда выбраться? Ты мне лучше я расскажешь. Не помню, как я сюда попал. Ладно, буду двигаться к выходу. Бля, у меня как. А я не знаю. Я уйду, ждать не буду. Ты собака. О, привет. Где бы этот выход не был, а вон там нет. Жестко и очень мотивирует. Точно, полчаса забирали, теперь полчаса выбираться, потому что поймешь вообще. Да-да-да. Все, нашли что-то. А комбо это просто самая любимая локация наша тут за всю игру. Да-да-да. Кажется, разработчики тоже особенно любили эту локацию. Надеюсь, мы больше в катакомбы не вернемся. И
Еще два артефакта осталось. Угу. Путешествие на 10 минут. Угу. За полчаса справимся. Я знаю, какие надо катакомбы теперь делать. Максимально запутанные, сложные и без света. Да. Так. Так, хорошо. Кстати, я в Unreal карту смог сделать интерактивную, правда. Этот, как это там, аддон был, его прикрутил. Угу. Железнодорожная карта. Терминал, я понял, то есть где-то здесь. Вообще не понимаю, куда идти. Но судя по тому, что нас никуда не отправляют, видимо, где-то здесь. Какой-то дворик. Это не здесь эта локация будет, где мы там ящики открывали, искали дискету какую-то. Что-то это место. Может и это. А может и нет. Может быть, да, может быть, нет. А может пошел ты, да? Так, я в метро подойду, посмотрю, что там по карте получается. Променад. Ну то есть где-то здесь все-таки. Сука, где он? Ах, сейчас. Так, жизни. 80, это вот так. Угу. Французская музыка. Не, или около того. Я чувствую, пахнет сопротивлением. И белым флагом, да? Блин, да задолбали, а? Что здесь так, блин? Те места, куда хочешь прыгнуть, обязательно с какими-то невидимыми боксами и стенками. Но... Пика торчала, хотел на пику прыгнуть. А... На пику, ты чё, ну это? Да, она оказалась это самое. Невидимой полукруглой стеной. Она оказалась жопой кругленная, да? Вот это начинает напоминать на то место, которое нам надо. Ага, только тут всякие собаки, блин. Что, где, кто? Тут, смотри, опять спиной прям появляется. Ну, кто здесь еще? Ползи ко мне, грузовичку. Не знаю. Здесь на пику, наверное, какое-нибудь достижение. Я бы добавил.
То есть предлагаешь сделать достижение пики точёные? Хорошая идея. Так, держать, сестра, ты у меня крутая! У нас какой-то разрыв соединения, походу. Так. А вот и нет. Хорошо! Так держать, Софи! А еще, знаешь, я не понимаю, здесь дробовик. Вроде дробовик. Хороший дробовик. А вроде у него как-то и... Сюда иди. По площади он не стреляет. И вроде стреляет зато далеко и прицельно. Я не добежал, к сожалению. Просто нашел место, где артефакт лежать должен. Вот здесь! Почти. Да. А блин. С тобой шутки плохи. А это что за арт? А, это он и есть, да. Ты последний артефакт, и неужели мы закончим с этой игрой? Ха-ха-ха. Все, это нужно теперь. О, опять в метро. Завершение, да? Да, пошли в метро сейчас. Я не открыл эту хрень, да. Ну где наше метро? Метро, метро. Я собираю все эти монетки и мелочи. Вывело меня в никуда. Ты правильно нашел. Опа. Молодец, сестра! Ты в ударе! Ох, бля. Ох, бутылка факин рома. Ей-ей-ей, больно. Че, тебя тоже? Угу. Они со всех сторон тут, а? Смотри. Это ты такой, блин. Спасибо, Сол. Я в тебя верю, сестра. Бляха-муха. Кто там, блин? Меня подбили, Джесс. Мне нужна помощь. Да, это позицион. Мне тут помощь нужна, Джесс. Пардон. Патроны на этот, как его, ПФГ, и буду чисто с рельсой ходить, тратить ее. Я убил собаку, и она потом жахнула, типа. А. О, рель, этот самый. Все. Пошли. Бухнем водочки.
что здесь палит. Вижу двоих. Уже не вижу. Уже лежу. Давай, зови, режь свиней! Ну, тут не режь, тут жари. Шашлык, все дела. О, музыка исчезла. Ура. Наконец, все. Внимание! Разные источники донесли тревожную новость. Иди нахер, а? В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Важные источники донесли новости. В вашем районе нацисты. Да ладно, настоящие. Эй, ура! Та-да-та-да! Да. Поехали! Это, блядь, негритянке без глаза подойти и сказать, вилка в глаз или нацист в раз. Она такая, что-то я не вижу в этой комнате, кроме нее, без глазах. А, Эбби, слышишь? Милка в глаз, я на свисту раз. Так, что там, главное, и барчик, да? Где там этот грёбаный бар? Привет, Сава. Привет. Так, стоять. 0180. 0180. Так, смотрим. Да, есть такое. И на ближайшем перекрестке. Здесь. Это уже катакомба типа база. Здесь такое. Ага. База, база. Есть что-то? Привет. Люсю пьяную вижу. Сегодня ясный день. Но до вашего приезда дождь лил несколько недель. Очень нет, странно. Не нашел? Я туплю. Нет. А, может, дальше чуть-чуть. Ну, это которые шлепнули же, да, дуру? Ага. Моя тетя научила меня, как нужно бороться с нацистами. Бонжур. Привет. Бонжур, бонжур. Бонжур. Привет. Так, что там? Мемориал около бара в катакомбах и найдите артефакт спектра. Так, я все равно его не увижу. Мемориал около бара. Песни. Его, кстати, даже слышно. Вот где-то там ближе. Может, здесь, на моем месте? Тут а, моя... вот он лежит, ё-моё, всё, я нашёл. А, точно. Мемориал, да. Ей, сука, мы нашли... Эбби, лови маслину. Ага, понятно. Её прям стреляет. Лёха, селюи, кеа, тужу, вот его. Ё, чё, получается, мы все дополнительные эти выполнили? Да, сука.
Ну, класс. Наконец-то, да? Закрыли полностью. Где наша ачивка, сука? Блин. Лёшка. У нее еще один глаз остался, поэтому я думаю, она одним глазом ориентируется. Кто тут дерется? Метко стреляешь, говорит. Ну, затрахал уже. А в него стрелять нельзя. Ну все, дорогие товарищи. Хоть бы какую-нибудь ачивку дали, знаешь. Да. Но нет. Еще вообще. Аванса? Я так понимаю, что скорее всего ачивка у тебя уже есть. Ну, на тот момент, когда ты... Там нашел Блашковича, убил этого гениального аватара. Все остальное это из разряда хотел. Ну, все равно, знаешь, что поискать эти как его. А, эти. Никаких ачивок нету. Согласен. Молодец. Задрот. Да, это точно. Что такое? Не сели на пике точёные, поэтому ачивки не положены. Мне это дерьмо, интересно, прокачано. Оружие. А он мне не прокачанный, что ли? Да, я хочу его прокачать и посмотреть, как он стреляет. Жаль, я только почти все патроны отстрелял. Ни хрена себе. Слушай, я раньше не прокачивал. Ну да. Ну что, наверное, я уже буду закрывать. Потому да. Что ничего нового я уже тут не запишу. Ладушки, дорогие да. Товарищи, спасибо за то, что смотрели нас. Нам было приятно, что вы нас смотрели. Вот. Правда, Хиггс? А? Правда, Хиггс? Нам было приятно, что да, кто-то да, участвовал конечно. Вместе с нами в этом крайне увлекательном путешествии по захваченным нацистами улицам Парижа. Вот. В общем-то, подписывайтесь на наш... По вселенной игры Росомаха, да? Да, Росомаха и молодые Блади. Ну, в смысле, Янг Блад. Да, да, да. Вулверин и Янг Блад. Да, классно поиграли. Мне игра, в принципе, понравилась. Если подытожить, все супер. Ну, динамика, экшен, класс. Не, конечно, убивает. Это то, что перемещение между локациями туда-сюда. Постоянно обстрел одних и тех же врагов. Особенно на большой сложности. Вообще какая-то дичь творится. Но, тем не менее, все равно все... Знаешь, если в эту игру играть не сутки напролет, а вот с перерывом, как мы раз в неделю, то, в да. принципе, не сильно надоедают эти все перестрелки, да. Хотя, конечно, сюжет игры очень короткий. Но сделано все приятно и качественно. Мне очень понравилось. Угу. Там говорил этот
парень, которого спрашивали, как умер Пушкин. Больно, очень больно. Хороший был человек. Мучился долго. В общем, да, всем спасибо за просмотр. Вот. Ну, не забывайте подписываться на канал, да. На оба канала. Да, на оба канала, да. Все ссылки в описании. Да, я хотел бы сказать просто еще о том, что. Ну, ты начал эту тему о том, какая игра. Я согласен абсолютно с тобой, что эта игра из разряда тех, которые. Ну, нельзя наскоком проходить, нужно по чуть-чуть немножечко все-таки. Вот у нас, в принципе, нормальное такое получилось, разве что резко попытались закончить все, а там ну, часика, часик-два так уделяйте, нормально будет. Вот. Да. Какое-то время. Игра для, короче, старперов, любителей Unreal и Quake. Ну да, то есть в этой игре очень сильно чувствуется дух именно Вольфенштейнов, вот этих вот 2014-2016, то есть, собственно, первый и второй, там, New Colossus and New Order. И явно видно, что она собрана из этих же ассетов. Ну, оптимизировано все дела, но тем не менее. И я опять же считаю, что игру изначально делали под одного человека или как-то так. Ну, в общем, по-моему, где-то на определенном моменте ребята не определились, что они хотят видеть в конечном геймдизайне. Либо соло-прохождение, классический вот этот Wolfenstein, либо кооператив. Из-за этого у нас имеется вот этот вот офигенский бэктрекинг и очень быстрая игра. То есть. Но если вот как бы отвлекаться, если не сильно увлекаться игрой в плане того, что проходить ее по 4, по 5, по 8 часов и более, там, а вот по часику, по 2, то это она не успевает приедаться, и, в общем-то, от нее можно получать то же удовольствие, которое получал от Вольфенштейнов вот этих 2014-2016. Вот, по механикам там очень сильно. Вот. Ну и плюс некоторые экспериментальные механики в плане того, что тут вот эта РПГшечка какая-то есть. То есть можно чуть поднастроить под себя как надо оружие и, в общем-то, играть с удовольствием. Но бэктрекинг, вы это все видели. То есть мы многократно бегали по одним и тем же локациям. Я верю, что это Arkane студия, которая дала нам Dishonored, она приложила здесь руку для того, чтобы ну, создать какой-то симпатичный, бесшовный, относительно бесшовный мир. Но как бы где-то что-то опять вот это вот не сложилось. Вот. Но в целом игра хорошая. То есть, несмотря на то, что я тут жалуюсь на бэктрекинг, и Хикс наверняка тоже может сказать о том, что это такая достаточно неприятная штука. Можешь сказать, или я не прав? Конечно. Именно это я и хочу тоже сказать. Да. Согласиться. И вот эти вот. Разнообразие бы хотя бы чуть-чуть, знаешь, было бы. Может, хотя бы какой-нибудь рандомной генерации, а то даже боты одни и те же появляются. Да. Собаки на тех же местах. Здоровые на тех же местах. Да. И поэтому ты уже просто задрачиваешь. Да. Но тем не менее, как бы мы прошли, не бросили. То есть Alliance Fire Team Elite, у меня еще есть задумка о том, чтобы пройти ее до конца. Но, честно говоря, у меня именно для того, чтобы пройти ее до конца. Ну, то есть, знаешь, как бы записать вот эти вот куски, не более того. То есть и оставить ее и забыть. Как страшный сон, ну, чтобы как бы так, для будущих поколений. Wolfenstein вполне можно играть с друзьями. Как бы пройти основную линию, все остальное забыть, как страшный сон, и успокоиться. Она будет коротенькой, быстренькой, яростной и приятной в этом смысле. Вот. Это, наверное, то, что я бы хотел сказать о Wolfenstein и Youngblood.
Да. Да. Есть что дополнить? Да нет, в принципе, ты все сказал. Ну, я скажу так, что мне будет, наверное, не хватать этой игры. Через какое-то время захочется зайти опять и пострелять. Что-нибудь такое мощненькое, да? Человечину. Ну да, тут есть такой... Импакт от оружия здесь хороший, ощущается стрельба и прочее. У тебя не хватает на самом деле небольшого разнообразия, да. Не попробовал, к сожалению, в свое время, там, когда ты говоришь, была броня отдельная на тяжелых юнитах, да, и каждый юнит своим оружием уничтожался. Может было бы интереснее, но на самом деле оружия много, в нем путаешься постоянно. И оно в целом однообразное, но зато весело стреляет. В принципе, все тут. Вариантов умертвить очень много. Можно и в космос отправить, и растворить, и током закошмарить. Ну да. Ну то есть я тут еще заметил ту фишку, что во второй половине игры я вот этим вот... Простите, пожалуйста, пистолетом, ППшечкой и винтовкой вообще практически не пользовался. То есть только тяжелое вооружение практически. Особенно рельсы. Вот. Потому что рельсы даже с первого раза перестал убивать, а если будешь пытаться убивать через винтовку, то это тоже то еще удовольствие. Долго и неприятно. Да, особенно если тебе сюда через локацию бегать постоянно. Да. Я тоже, да, только тяжелое вооружение, мои из легкого, вот, ну, два пистолета-пулемета. Угу. Но, к сожалению, они очень быстро кончаются, и постоянно надо нажимать долго кнопку X, чтобы взять его, это неудобно. Малейшее переключение она убирает, опять один пистолет достает один. Мучает это. Тут как-то, знаешь. А выбор оружия для меня сложный достаточно в этой игре. Путаешься, постоянно не те кнопки нажимаешь, не те менюшки выбираешь. Под конец, вот именно сегодняшней серии, я вообще стал пользоваться, как это называется, скролл-бар, там, не скролл-бар, этот круг, когда V зажимаешь, кружочек, чтобы выбрать оружие. Потому что уже все, у меня цифры все поплыли. Да, согласен. То есть, как бы, есть причина, почему в шутерах последнего поколения у нас достаточно ограниченный круг оружия. То есть, ну, как бы это все-таки с психологией связано, что там человеку там... экшеном и динамикой, да. Ну, там 4-2 оружия, как бы, ты переключаешься и четко понимаешь, что где находится. В этом смысле Doom Eternal, к примеру, у которого там классический набор оружия плюс эти самые модификации, которые переключаются на лету, это просто он взрывает мозг в этом смысле, заставляет тебя сильно думать. Вот. Да. Ну там хотя бы знаешь, что по классике идет, да, там пистолет, дробовик, там обрез и так далее, да. А тут получается, ты только знаешь, что у тебя первый это пистолет. Второй у тебя уже начинается пистолет-пулемет, третий у тебя автомат. А чем автомат от пистолета-пулемета отличается, уже особо ты не чувствуешь. На четверку уйдет дробовик. Угу. На пятерку уже начинается, ты не понимаешь, то ли это Кугельвегер, там несколько этих самых. Фаервегер. Что для чего, как, еще и сложное оружие, еще и лазеркрафт и прочие электронные всякие минные, и ты вообще просто... охреневаешь. Чё это, что из этого использовать, в какой момент? А просто, что первое попало, тем и лупишь. Да, тут либо какой-то такой квейковский момент должен быть реально о том, что да. Ну, как бы одно оружие, одно и применение. Ага. Вот. Да, либо... Если взять вот старую игру какую-нибудь, да, там как раз у тебя одно оружие, одно применение и темп менее быстрый. Ты как бы можешь раздумно, у тебя есть время выбрать оружие. Да. Да, либо к современным шутерам, ну, то есть это достаточно реалистично, в конце концов, сеттинг у нас, то, собственно, и выбор бы сузить там до 5 каких-нибудь оружий, там,
не знаю, пистолет, автомат, спешл и тяжелое оружие. Или даже без тяжелого оружия. Ну, как-то так. Или хотя бы, знаешь, вундервафли, но просто с разными режимами. Угу. Ну вот, как-то так. То есть, в общем-то, игра веселая. Опять же, я говорю, то, что если вы хотите в нее поиграть и получить удовольствие, скорее всего, так, как она задумывалась, это нужно взять комрада и пройти по основному сюжету. И все, и на этом успокоиться, и вы получите самое большое удовольствие тут. Да. Дальше это, скорее всего, из разряда то, что разработчики сами особо не сильно исследовали со всеми этими дополнительными заданиями, и особенно последним то, что там найти все эти гребаные артефакты. Вот. Да. Как-то так. И как-то, кстати, эти артефакты не раскрыли для меня, для чего мы вообще их искали? Я тоже не понял, это скорее, знаешь, из разряда вы хотите чем-то еще позаниматься в этой игре? Ну, нате, держите. Вот. Из разряда найди все граффити в Сан-Андресе в какой-нибудь GTA, да, просто. Ага, ага. Вы лазить, хотели заебаться? Вот все. Заебитесь. И отъебитесь. Как-то так. Ладно, наверное, у меня все. Теперь уже. Да, у меня тоже все. Спасибо, что смотрели еще раз. Спасибо за просмотр. Да. Давай ты. Канал Хиггса, канал мой, подписывайтесь, вы знаете, что делать. Есть также кооперативный Discord-сервер, кооператив Дружба. Присоединяйтесь, возможно, даже как-нибудь сыграем вместе. Да, привет, Хиггс. Вот. И у нас еще есть русский Homeworld Discord сервер, на котором тоже мы страстно ожидаем пришествия Homeworld 3. Тоже присоединяйтесь. Да. Ну, а также у меня там всякие телеграммы, что-то там в Фейсбуке и ВКонтактике. Я всякие интересные для меня новости выкладываю. Может быть, вам тоже будет интересно. Так что присоединяйтесь. И, да, наверное, на этом все. Увидимся, скорее всего, уже не в этой игре, но в какой-нибудь другой точно. Так что, да, обязательно. Все. Да, и напоследок. Сестра, ты сможешь. Хорошо, София. Да. Все, дорогие товарищи, пока. Да, все. Всем до встречи, увидимся еще. Пока-пока.